Мы на месте. Мы приветствуем его, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Это верит. Визуально что-то мешает? У него на руках, на ногах, или подключки, или это лярвы такие, что-то черное, как неровная форма свисает. Это твой демон или это лярвы? Накопители это, накопители. Ну и его накопители, моё. Да? Хорошо, понятно. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Иво, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Иво, находит все. Красный. Ты пропадаешь, Вера? Да, у него красный дракон. Красный дракон, ты сказала? Запись прерывается. Красный дракон, рептилоид, 2 грея. Итак, красный дракон, рептилоид, 2 грея. То, что я услышал. Еще что? И демон, который в клетке, причем демон, он кого-то выгнал. Там был бес до него, он его выгнал. Ну, хорошо, начинаем с реверса энергии. У нас 3 канала. Красный дракон. Какой красный дракон, Вера? У нас 4 канала. А четвертый кто? Рептилоид, Довагрей, ну красный дракон и демон. Так, все верно, да. Итак, какой у нас красный дракон? 2381. 2381. Кто из вас присутствует в доме, где живет Иво, кроме демона? Платы есть. Рептилоиды и Греев или кого из них? Греев. Платы. И у дракона? Нет. Хорошо. Тогда начинаем работать с реверсом энергии. Даю команду тонкой копии Иво спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Иво. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Какой у нас рептилоид над головой? Цифры? 78. Ты лаборант? Да. Хорошо. Какая цель вашего эксперимента, рептилоид? Он показывает подключку, которую они установили. И она похожа на ту накидку, которая на шее завязывается, капюшон. Да. И на шее завязанная накидка. И эта накидка ему не дает смотреть шире, только вперед видит. Понятно. Она ограничивает его, так сказать, выбор и показывает только то, что они хотят, чтобы он видел, правильно? Да, но он очень хочет расширить свой кругозор и делает усилия, тратя на эту энергию. Которая... Это вся энергия собирается в эту накидку. Он старается, и вся энергия идет в накидку. Хорошо, все понятно. Значит, у них еще накидка. Она где находится сейчас, Вера? На нем. Сила моего. Хорошо, сканер, просканируй, пока идет реверс, накидку эту. Отключи ее полностью, выведи из биополя. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. И как выйдет, отправляя в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивая прямой канал от Иво к этой накидке. И он реверсом отдает все негативное, патогенное, низкое, абрационное, что он получил от нее. На счет 3, 1, 2, 3. Пошел мощный поток до 100%. Все назад. Что идет? Ну, ему идет. У него много не получалось из-за нее, из-за этой накидки. Он не мог находить какие-то решения, и это его беспокоило. И он выделял еще больше. И он это балансировал. Балансировал он это алкоголь. И здесь уже демон дергал. А, демон, твоя работа с алкоголем, да? Ну, конечно, а кто еще? Его чистота. Подкладывал ему. Ты пропадаешь. Подкладывал? Демон ему подкладывал. Его, да, игрушки. Здесь понятно. У тебя есть какой-то договор? Алкоголь. У тебя есть какой-то договор с ним, демон? Нет, зачем? Вера, я тебя не слышу. Нет договора. Нет договора. Хорошо. Реверс закончился? Реверс закончился, да. Установили фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Его забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Сколько красный дракон находился в этом биополе? 3 года. Цель твоей подключки? Энергия. Энергию воровал. Хорошо. Сколько рептилоид игры присутствует в этом биополе? 4 года. Есть. И демон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Да недолго-то я сижу, 5 месяцев всего. Ну, смотри, сколько ты успел. И там подключился, и здесь подключился, и на алкоголь человеку успеваешь игрушки свои подкидывать. Это не я начал, бес сидел. А, это он начал все, да? А сколько бес сидел? Хорошо, сколько бес до тебя сидел? Ты не в курсе? 7 лет, а может меньше, не знаю. Вот. Ну, это уже совсем другая цифра. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Итак, мы все забрали, да, Вера?
Да. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с демона, он больше, дольше всех здесь сидит. Выходи, демон, снимай все, что ты оставил на своей чистоте. Скажи мне, где есть лярва биополя Иву? На шее. От чего? От конструкции, от накидки? Завязки. Понятно. Хочешь получить лярвы? Иногда не может высказать, а иногда сам с собой разговаривать. Хочу получить. Хорошо, выходи, снимай все, что ты оставил на своей чистоте, на месте доложи, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду на лярву. Он снимает с рук и с ног то, что накопители он называл, висело. Что там много? Готово. Много накопилось там? Достаточно, они такие, как треугольные подключки полные. Хорошо, тогда разрешайте забрать эту лярву, забирай и возвращайся назад. Фу, у тебя сегодня праздник, демон. Со всех сторон тебе подарки летят в виде энергии. Следующий выходит рептилоид игры. Что-нибудь осталось, что я еще не вытащил? Чисто. И красный дракон. Выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Здесь сердечная чакра. Отключка, и он как жрок через нее. То разгорался, то наоборот потухал. Тогда апатия приходила. Я думаю, Ива знает эти состояния. Вот это как раз через сердечную чакру и была работа красного дракона. Все снял? Снял. Хорошо, идем дальше. Все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Ива с красным драконом, рептилоидом, двумя греями и их подключками, и демоном с его подключками. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Демон, ты один в доме или там бес или черт есть? В доме есть черт. Хорошо. Я тебя сейчас отпускаю в дом и дальше, как договорились. Открывается портал в дом Иву. 1, 2, 3. И демон уходит в этот портал, забирает, что принес. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Лучше. Рептилоид 78 и 2 грея. 4 года сидели. Накидка была у них. И вот они стоят. Еще платы остались в доме, но мы можем их сами убрать. Забираем их. Все остальное уничтожит. Хорошо, под артефактами рептилоида и грея открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Забрали? Да, их забрали тоже. Хорошо, работаем дальше. Поехали по частотам. Хорошо, Иво, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Необычно, легко, естественно. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Иво в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.